зараза, а? Вот зараза. Что ты будешь делать, а? Зараза! Что ж такое-то? Чёртовой матери. Привет, друзья. Знакомая, да, картина? То есть вы пришли на свое любимое рыбацкое местечко, такой воодушевленный и счастливый, но вместо того, чтобы заниматься своим любимым делом, хобби, ловить рыбу, созерцать природу, все ваши усилия направлены на борьбу с этой бедой. Мошка – это вам не комары, ребят, это даже не слепни с оводами. Все эти кровопивцы окажутся безобидными созданиями по сравнению с этим ужасным гнусом. Мошки много, в сезон бывает прямо полчища атакуют. Она мелкая, укусы ее очень болезненны, припухлости вызывает даже повышение температуры. В отличие от комаров, которые просто впиваются, мошка, она как бы выгрызает участки кожи. После этих укусов остаются даже небольшие шрамики. И самое главное, что от нее ничего не помогает, в буквальном смысле слова. Ни репелленты, ни мази, ни даже какие-то природные средства. Да, вы скажете, берем эту кепку или там шляпу с антимоскитной сеточкой, одеваем. Но вот кто пользовался, те знают, что штука эта не совсем удобная. К ней нужно привыкать, особенно на рыбалке. Не знаю, как вы, а я, например, вот под этой сеточкой тонких поклевок вообще не замечаю. Да и в туризме, в общем-то, я думаю, что эта сетка будет приносить больше неудобств, чем пользы. И вот помню, в Астрахани сидишь с мужиками в этой сетке, весь облеплен мошкой. Поплавок я через эту сеточку вообще очень плохо вижу. И потом под ней потеешь, вот прям буквально под ручьем. Ну, в общем, это уже не рыбалка, друзья, а сплошное мучение. Но это еще полбеды. В лагере от мошки просто некуда деться. Она повсюду, в палатках, у мангала, в машинах, у стола. То есть это просто беда. И что, ходить в этой сетке весь день, ну, это бред, конечно. Кстати, между прочим, эти все сеточки, они крайне ненадежны. Ее порвать можно, буквально зацепив за рогоз или камыш. Еще помню, кто-то на Ютубе с умным видом рассуждал о том, что, дескать, мошка активна только рано с утра и вечером. Все это полная чушь. По крайней мере, астраханская и карельская мошка активна круглый день. В общем, большинство рыбаков, да и туристов, кто с этим сталкивался, прекрасно понимает, о чем я говорю. Особенно те, кто любит рыбалку в Астраханской области, там это просто беда. И вот помню, как-то раз в очередной моей поездке в район Ахтубы сидим мы с мужиками с утра, как обычно, все облеплены мошкой, пытаемся как-то бороться с этой заразой. И наблюдаем такую картину. Приходит такой мужичок по виду явно из местных, садится чуть поводаль у бережка ерика, достает из пакета вот такую вот сетку, авоська, вот так, точно такую же, и вот так вот прямо поверх своей кепки ее одевает. Ну и что бы вы думали, он в ней вот так, как я сейчас, сидит и просто спокойно рыбачит. Он не борется ни с мошкой, ни с комарами. Такое ощущение, что они его просто не замечают. Но у нас сразу же культурный шок, солнечный удар. Мол, как это так? Мужик не бьется, как мы в конвульсиях от полчищ атакующей мошки. Просто сидит, рыбачит себе спокойно. Естественно, вот эта вот сетка-авоська вызвала у нас неподдельный интерес. Я решился все-таки подойти к нему и расспросить, в чем же секрет. Мужичок оказался на редкость общительным, с удовольствием поделился.
В общем, даже был удивлен, что мы не знаем о таком. Оказывается, наши деды еще активно пользовались этим способом. Ребят, все оказалось до безобразия просто. Сейчас все покажу. Берется обычная советская сумка-авоська. Вот это у меня среднего размера на 6 литров, но на кепку налезает, как вы видели, без проблем. И если у вас шляпа рыбацкая такая, ну возьмите литров на 12, главное, чтобы в нее голова пролезла. И далее опускается вот в такую... Вот, кстати, бывалые рыбаки, мужики, вот скажите, как вы думаете, что у меня здесь налито? Да, это обычная самая простая соляра. Без проблем можно разжиться на любой АЗС, или вот как мы сделали тогда в Астраханской области, в деревне у тракториста попросили у мужика чуть-чуть плеснуть. Денег даже предлагали, вообще не взял, прям без проблем, говорят мужики. То есть найти соляру вообще труда не представляет. Далее она просто, авоська вот так вот в нее опускается. И вот так вот она замачивается где-то примерно час-два. Вообще можно и на ночь оставить. Смысл в том, чтобы хорошенько пропитались соляркой все ее волокна. После того, как авоська пропиталась хорошенько, мы ее извлекаем из солярки и несем на просушку. Вывешиваем ее на просушку так, чтобы, во-первых, стекли все лишки соляры, и чтобы она высохла, вот не была такой влажной, чтобы была сухой. Лучше всего будет это подготавливать все-таки где-то заранее. Если же на природе, то подкладывайте что-то под саму авоську, чтобы солярка стекала в какую-то емкость. После того, как авоська полностью у нас с вами высохла, пропиталась соляркой, ничего с нее не капает, но она такая немножко маслянистая, мы ее берем и натягиваем прямо поверх вашей кепки, бейсболки, шляпы и так далее. Да, ребят, запах, конечно, солярки присутствует, но для тех, кто серьезно сталкивался с этой проблемой, с мошкой, этот запах вообще не помеха. Главное, что вокруг вас как бы создается такое некое защитное поле, и вам не страшны ни гнус этот, ни мошка, ни даже слепни с оводами. 100% проверено на карельской, астраханской, южно-таежной мошке, без проблем, работает безотказно. Все, вот так вот теперь в ней можно спокойно сидеть, заниматься вашим любимым делом, рыбачить, находиться в походе где-то или отдыхать в лагере. Да, запах, но вот те, кто по-настоящему сталкивался с этой бедой, это просто запах, этот не проблема вообще. В принципе, если какой-то дискомфорт доставляет, можно ее откинуть вот так вот на козырек кепки. Правда, бывает, нет-нет, да какая-нибудь самка мошки все-таки дозалетит к лицу, но даже вот так вот с откинутой авоськой все равно ее значительно меньше, она тебя просто не беспокоит. Основная прелесть заключается в том, что сетка крупная, поэтому где-то вот я сижу, ну минут через 15 я уже прекрасно вижу поплавок, поклевки, через нее прекрасно видно, к ней привыкаешь, и ее практически незаметно. И также она очень хорошо продувается, в отличие от всех этих мелких москитных сеточек. То есть лицо не потеет, отлично. Закончили рыбалку, снимаем авосечку и прячем ее в какой-нибудь плотный полиэтиленовый пакет. И вот так вот прямо хорошенько ее скручиваем. Смысл в том, что пары соляры, они... авоська пропитана, пары соляры в полиэтилене задержатся, то есть она многоразового использования, не нужно ее постоянно будет замачивать. Долгоиграющий вариант. Теперь самое интересное, представляю, как многие из вас сейчас полезут куда-нибудь на маркет в поисках вот этих авосек. Я, кстати, тоже это сделал и был приятно удивлен. Я думал, что больше не продаются, оказывается, нет, продаются и повсеместно в различных магазинах, причем разных размеров, даже расцветок можно купить без вопросов. Вы там, правда, все не сметайте сразу. И да, мужики, оставьте немножечко дизеля на АЗС-ках. Если все-таки по какой-то причине, конкретно в вашем регионе, такую авоську найти не удастся, то ну, можно что-то подобное, я думаю, сплести из джутовой веревки. Ее волокна также прекрасно пропитаются соляркой. Так что, как говорится, проявляем солдатскую смекалку и вперед на рыбалку. Вот еще что важно, я думаю, многие рыбаки зададутся вопросом, а как запах соляры может отразиться на клеве? Ты берешь руками солярную авоську
этими же руками ты потом насаживаешь наживку на крючок. Так вот, я не знаю, как я сам проверял лично, не знаю, как на другой рыбе, но на карасе этот привкус соляры даже мне показалось, что ее как-то активирует рыбу, то есть некий активатор клева. Вот не знаю, хотите верьте, хотите нет, можете сами проверить. Кстати, все решено, ребят, летом еду на дачу и там поеду на торф-карьеры, где я по осени обычно охочусь на утку. Так вот, там есть такие карасевые лужи, я их называю. Все, буду с вами делиться дедушкиными секретами, что называется, в рыбалке. Ну вот, ребят, такой простой, незатейливый способ борьбы с мошкой и другими кровососущими, 100% рабочий. Пожалуйста, без проблем проверяйте. Надеюсь, еще не раз вспомните меня добрым словом. Большущей вам удачи, ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. Выбирайтесь на природу обязательно, отдыхайте и пока, увидимся.